В преддверии главного мужского праздника в Люберцах прошел ежегодный чемпионат по пулевой стрельбе из пистолета Макарова. За призовые места сразились представители силовых структур, участники специальной военной операции, депутаты и муниципальные служащие. Тему продолжит Богдан Колесников. На три пробные выстрела вам дается 3 минуты. 10 выстрелов зачетные, 10 минут, по 5 патронов в каждый магазин. Расстояние 20 метров с положения стоя. Все понятно? Перед началом инструктаж и проверка правил безопасного обращения с пневматическим пистолетом. В команде по 3 человека. У каждого по 2 подхода. Инспектор по исполнению административного законодательства Люберецкой госавтоинспекции Александр Агапов участвует в чемпионате впервые. Хотя навыки обращения с огнестрельным оружием имеет. 3 года назад, как я пришел работать, вот прошел учебку, там научили стрелять. И дальше сюда периодически езжу, когда появляется возможность для того, чтобы отточить навыки. Результат доволен, но хотелось бы еще получше. Есть к чему стремиться, можно так сказать. В чемпионате приняли участие сотрудники прокуратуры, Следственного комитета, ФСБ, МЧС, Росгвардии, судебные приставы и участники спецоперации. За команду Люберецкой администрации выступил Владимир Волков. Тренировка нужна во всем, и тем более в стрельбе. Тактика, подготовка. Глаз набить, чтобы рука не дрожала. Все это требует таких серьезных навыков. Конечно, есть к чему стремиться. И нужно чаще, мы поняли для себя, нужно чаще выезжать и тренироваться. Поэтому всем желаю только здоровья. Никогда не применять оружие, ни табельное, ни личное. Всем жить в мире, в согласии. И, конечно же, в преддверии 23 февраля всех с праздником. В чемпионате по пулевой стрельбе из пистолета Макарова приняли участие 13 команд. Самым метким стрелкам вручили грамоты и кубки. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.